заявление и так далее. Да я про свое заявление. Тут какие-то документы еще лежат. Не моя. Кто-то оставил, что ли? Смотрела номера. Все там правильно. Снился, я не знаю. Он у него в паспорте. Пока еще нет. Так как хочу узнать точные реквизиты. Да. 8-0. Нет, это не снился. Хорошо, если он не работает, то через полчаса можно поднести будет, потому что если на другой сходить? В Сбербанк тогда я. Ну, то есть через полчаса еще будете работать, да? Если я если да, смотрите, до трех. Да, я до метро просто вот здесь, да, да. Пока работал на втором этаже. Хорошо. Мне только что ходили, оплачивали. А, ну ладно, просто ходил мужчина, говорит, что что-то не работает. Да, не работает. Не знаю. Работает. У меня же работает. Я сейчас что-то ходила. Вот. Я сейчас принимаю. У вас ее паспортные данные есть? Да, да, да. 310. Паспортные данные? А они должны быть указаны в доверенности. У вас есть ее паспортные данные? Оплачивать вы пойдете? А, ну, могу сфотать, да. Да. А тут у нас запись на один объект, а у нас два. Где два? Где два? А ручка у вас там? Дом, есть один объект, а второй объект. Нет, земля там нет, ничего, только дом регистрируем. Как? Может быть, это два должно быть одинаковое решение суда, может быть, если туда. Доверенность, да, там уже давно написано. Два ваших чека, под штрих-кодом номер делал. Будете звонить по телефону, вот телефон горячий, узнавать готовности документов, называя номер дела под штрих-кодом. Когда им будете диктовать, соответственно, вот еще раз вот эти можете не спрашивать, они совместно рассмотрят. Если еще готовы, значит, примерно дата. 5 октября, 2 рабочих дня. Что какая? Вот это вот 89-й дом, такой не может быть. Мне надо более подписать. Выше поставим, ничего страшного. Третья. Вы вот эти 89-й считаете, сколько это будет? Ну, да, так в соответствии с решением суда. Хорошо, давайте там напишите. Да, тогда примите документы и в отказе напишите, что это там не соответствует закону. А, ну, я вот пропишу как по решению суда. Дословно. Большое спасибо. Смотрите, в разрешении суда как неправильно. Да, почему-то одна часть так посчитана, а другая часть по-другому. Вот действительно спасибо. Выделить в общую долевую сумму. Значит, все, могу спокойно спать. Да. А здесь 0,89. Здесь тоже должна быть, куда допустим, приходить? Там 3/4 или 1/3. Вот так должны доли быть. Вот посчитаете просто вот эти 0,466, 0,260. Ну, я могу написать 89 тысячных, да, без проблем. С паспортом, с распиской. Вы понимаете, что так не регистрируется? Ну, как скажете, я так и напишу. Вы долю свою должны посчитать просто. Вот в чем дело. Ну, можно после 26-го. А там она пропорционально площади просто же посчитана. Вот, там как взяли, какая площадь в комнате, так и получилась такая доля. Ну, какая это будет доля? Вот 0,267, 0,466. По идее, тут какая-нибудь, вот сколько их человек? Раз, два, а там не, три, там не по людям, там четыре, по комнатам. Пять. Допустим, тут 5 человек. У одного будет, ну, грубо говоря, у них не по одной пятой, не в равных долях. У одного, допустим, 2/5, у второго там 1/5, там, или ну, там 2/4, ну,
Так, суд решил. А если она туда зайдет, она может увидеть уже этот номер? Ладно, и еще. Аня. Значит, на сайт она сможет вот в течение здесь написано, дней. Что да? выделит в общедолевую часть жилого дома. Вот этот вот кадастровый номер, это да, на часть? Да, написан. Это на часть это, или это дом, на весь? Это дом. Дом, можете посмотреть там онлайн, это дом должен быть. По сути дела, это просто дом, который делится на пятерых, правильно? А не часть жилого дома. Нет, часть жилого дома. Часть? Часть так. жилого дома, да. А тогда часть это выделена? Она там описана в... описана через помещение. Это дом? Вот этот кадастровый номер. Там уже в решении суда написано, из чего состоит, из каких помещений. Там прям написано литера помещений. Объясняю вам, мне для того, чтобы принимать, если у вас часть жилого дома выделена, то надо кадастровый номер части жилого дома выделенного. Если это просто кадастровый номер жилого дома, а у вас часть, то для того, чтобы вам зарегистрировали, надо сначала кадастрового инженера вызывать, выделять вот эту вот часть жилого дома, то, которая будет... Она выделена, там и части выделены, и это выделено. Все выделено. И кадастровый номер, вот это все это есть, части. Да. Все это есть, части. Там есть, там, да. Это дом, а там еще части есть, да, у них можете мне посмотреть по базе. Мне нужен кадастровый номер части. Посмотрите по базам. В смысле, да, какой базе я буду смотреть? Ну, в которой у вас есть доступ. У нас нету никакого доступа, я принимаю вот только ну, принимайте, только ну, принимайте вот с этим номером, с этим номером просто тогда принимайте. Если, смотрите, я вас просто предупреждаю, чтобы потом вы не говорили, да, вы меня приняли вот на этот кадастровый номер, а у меня выделенные части, там другой номер. Окей. Я вас понял. Потому что сначала все просто говорят, да-да-да-да-да, у нас так. А потом говорят, ну у нас же выделенные, почему он прописан. Я не знаю просто как у вас что там, какой есть. Так, значит, смотрите. От... Я вам копию отдала? Копию дала? А, копию нет, не дали. Отмен Васильевны от ее имени по ее паспортным данным вот, оплачиваете 2000 за жилой дом. Хорошо. Вот, приходите. Спускайтесь на второй этаж. Ищите там банкомат Сбербанка.